Ладно, хотелось бы серьезному обратиться с бородой. Что это? Откуда вот такое? Каждый год, ты же знаешь, одинаково. Ну, явно не получается, Денис. Что не получается? Борода не получается, давай. Убирай. В том году же получилось. Угу. Денис, очень обидно на это смотреть. Ну все, будем исправлять. Давай, что-нибудь. Гормоны себе. Ты мне скажи, когда допинга нет, я гормоны себе сделаю. А сейчас вроде вообще допинг редко. Вот сейчас есть. Сейчас вас, да. Вас забрали, да? Ну, значит, все, больше не будет, можешь начинать. Ну, все, ладно. Привет! «Северсталь» сохранила своего основного нападающего Даниилу Вовченко. У него новое двухлетнее соглашение. Андрей Разин впервые в этом межсезонье получил хоккеиста в первое звено. Но этого мало. Олег Знарок прибыл в Казань на сходку с руководством «Акбарса», где перетерет за свое будущее. А в Магнитогорске начался финал Кубка Гагарина. ЦСКА вышел вперед в серии против «Металлурга» в финале Кубка Гагарина, победив в Магнитогорске со счетом 3-1. Говорят, что в последние дни хоккеисты уральского клуба обсуждали между собой, кто все-таки подойдет к решающим матчам более подготовленным. Их команда дольше отдыхала, наверное, должна быть посвежей. Но армейцы, хоть и провели 7 матчей со СКА, находились в тонусе. Какой фактор окажется более важным в понедельник? Видимо, второй. Вряд ли первый матч финала попадет в какой-нибудь топ самых зрелищных финальной серии за всю историю. Игра получилась скучной, без какого-то нерва, хотя понятно, что игроки обеих команд были предельно серьезными. Даже Илья Воробьев, хоть и метался по скамейке, но делал это без прежнего запала, быстро осознав, что ничего не поможет. Видимо, все-таки что-то ушло от «Металлурга». Это надо искать, и надо побыстрее найти нужный нерв. И дело даже не в каких-то тактических наработках. Любые задумки не получались, все валилось из рук. Взять Чибисова, который в этом плей-офф играет бесподобно. То шайба с кулька соскочит, то рикошет неудачный. Играл много, а пользы не было. Хоккеистам ЦСКА очень нравится, когда у соперника нет козырей. Они-то свои могут продемонстрировать в любой день. Никаких рискованных решений, насыщенная оборона, отсутствие свободных зон у своих ворот. С первого матча начал отрабатывать Слепышев, у которого две результативные передачи. Но ничего в серии не поменялось. «Металлург» вообще все стадии плей-офф начинает с поражений, так что остается надеяться, что в среду команда разозлится и побежит. Хочется увидеть, как гости начнут с этим справляться. Усталость-то все равно есть. Да что, у нас еще резервы, то есть мы можем лучше играть, это вообще далеко не 100%, поэтому забыли, да и что дальше. Все нормально, на позитиве дальше. Мне показалось, что вот это все-таки была проблема, чтобы у вас было больше отдыха, они в ритме находятся. Ну, как оказалось, что получилось так, да. Немножко тонуса, может, не хватило нам сегодня. Главным тренером новокузнецкого «Металлурга» в ВХЛ стал Сергей Решетников. Для него это первое по-настоящему серьезное испытание. В этом клубе карьеру ломали и не такие специалисты. Сочи подписывает двухлетнее соглашение с нападающим Кириллом Мельниченко. А в еще одном клубе, где тоже будут бороться за место в плей-офф, сохранили только генерального директора. В Новосибирске руководство и тренеры встретились с журналистами, чтобы сообщить о последних новостях. Вряд ли они порадовали болельщиков. Точнее, не все. Бюджет клуба чуть снизится, но это по сравнению с прошлым сезоном. А если вспомнить, что цены значительно повысились на все, что нужно клубу, денег будет гораздо меньше. Генеральный директор Кирилл Фастовский продлил контракт на 2 года. Вопросов к его работе очень много. Только в нынешнем сезоне команда наконец вышла в плей-офф после длительной паузы. Но и продержалась там недолго, уступив Салавату Юлаеву. Некоторые решения менеджера вызывают вопросы, но нет уверенности, что кто-то будет работать более эффективно. Правда, это невозможно проверить, если владельцы клуба даже не пытаются что-то поменять. Видимо, их все устраивает. И постоянная тренерская ротация, и трансферные ошибки. И пусть Фастовский оперирует не самыми большими суммами, постоянно ссылаться на это нельзя. Тем более есть примеры, как некоторые менеджеры показывают лучший результат и при более скромном бюджете. Впрочем, Фастовский умеет убеждать, что сделал максимум, а это даже важнее. Пока известно, что клуб покинут Бодров, Комаров, не будет легионеров. Правда, все и так уже уехали домой, но был Джейси Лайпан, который готов выступать где угодно, так как дома он все равно не получит больших денег. Однако в нем разочаровались. Удивило, что Андрей Мартемьянов еще не утвержден главным тренером, но, видимо, это технический вопрос.
Салават Юлаев подписывает новый контракт с защитником Павлом Колидовым. Надеюсь, у него в соглашении есть пункт, по которому он обязан избавляться от шайбы, когда покидает свою зону. И последнее. В московском «Динамо» официально подтвердили об уходе генерального директора Михаила Тюркина. Кроме того, динамовцы вновь меняют концепцию. Надеюсь, новый вектор развития не будет напоминать трассу для скоростного спуска. До свидания. Хартли уехал. Поздравляю тебя. Не буду ничего тебе отвечать. Ну, хотя бы меня поздравляю. Ты счастлив, да. Я вижу. Мы ждали этого, да? Ты точно. Конфеты сегодня съедим. Точно конфеты тебе подарил. Мне Пашнин уже подарил.